Здравствуйте, друзья! Вы смотрите демонстрационное видео, в котором я показываю, как создать миниатюру в довольно суженной цветовой гамме, при этом получить вполне внятное произведение, которое создает образ вечного города над водой. Вот так скромными художественными приемами мы можем добиться интересного результата. Наверное, в этом и есть ценность этой демонстрации. Чтобы увидеть больше уроков, пройдите по ссылке в описании и подпишитесь на мой блог Boosty. Более 160 видео с полными комментариями всех действий. Доступны они на уровне Лига мастеров, подписка ежемесячная, которую можно прервать в любой момент. Доступна оплата из любой точки мира.
если разложить эту работу на этапы, которые я прошел, создавая картину, то можно сказать, что сначала мы сделали эскиз, потом наполнили картину цветовыми пятнами, которые плавно перетекали одно в другое, и дальше сотворили образ, используя линию. Но использование черной линии – вопрос очень тонкий и деликатный. Обратите внимание на картину. Если чуть излишне добавить черной линии, картина полностью превратится в графическое произведение, и темная линия будет доминировать во всем изображении. Здесь же она показана очень деликатно, и ровно в таком проявлении и количестве черного должна быть сделана эта работа, чтобы сохранить ее воздушность и живописность. Ну, во всяком случае, именно так я представляю ее для себя. У вас могут быть полностью другие решения. Ну, а я еще раз приглашаю вас в свой блог, где более 160 уроков ждут своих подписчиков, и вы можете понять и применить огромное количество приемов, которые я демонстрирую в уроках с полными комментариями. Пожалуйста, добро пожаловать. Ссылка в описании.